Иногда мама просто забывает положить деньги ребенку, а если это всех высаживать, то кого-то, скажем так, высадят, а на самом деле это, скажем так, было неуместно. Вот ребенок, который ездил без денег, как говорится, ребенка довезли до нужного, до нужной остановки. Ну, с одной стороны, положительно отношусь, а с другой стороны, все-таки родители, наверное, должны озаботиться об этом заранее. Однозначно, что детей маленьких нельзя, а подростков, конечно, это уже не так и все и серьезно, по-моему. Понятно, что хитрят. Категорически против, конечно. Да я думаю, детей вообще надо бесплатно катать. Я думаю, мое мнение такое. Город-то, наверное, не бедный. Ну, я считаю так, что ребенка нельзя высаживать и оставлять его одного без присмотра. Какие-то меры должны быть приняты, и ребенка доставить туда, куда он ехал. Это что касается детей, а не подростков 16, 17, 18 лет. Ну, я думаю, что надо детей воспитывать, чтобы они зайцем не проезжали, объяснять им, что это серьезно, ответственно. Дети должны ехать, если вдруг у их родителей, есть же бедные семьи, нету денег, да? То зачем же их высаживать? А ребенку ехать, а морозы, а сугробы. Ну, это нет, это я отношусь очень хорошо к тому, что не будут высаживать детей. Есть такие ситуации, правда. Может, в семье даже денег нет, да? А ему надо два раза проехать, а у него денег нет. Поэтому как вот его наказывать, вызывать родителей? Я как-то людям доверяю, но я хочу, чтобы люди у нас росли воспитанные, дети, и не злые. Ну, это нужно смотреть индивидуально, конечно. Если ребенок прям совсем уже замерзший, то по ситуации. Thank you.